Сегодня у нас 31 октября 2022 год. Вечер, уже после ужина. Вот чем мы тут занимаемся. Игнат Тихонович тут что-то крутит. Что вы крутите, Игнат Тихонович? Даже кошечка отдыхает тут, чернушечка. Спали. Это что крутите? Да, что, черноплодная рябина. Вот она какая. Она уже тут давно у нас. Людям говорили, берите бесплатно. Ну, народ здоровый, ему неохота брать даже. Вот. Что-то куда-то улетело. Я вот так вот ложкой придерживаю. А ложка прям эту похожа по размеру. Так, там это отгребаю. Смотри уже сколько. Ой, какая она масса. А потом сахаром засыпать. В интернете нам подсказали. Вчера кто-то на меня вышел. Но мы сегодня решили на дело узнать. А где красная-то рябина? Калина. Калина. Полная. Ага. Ну, литров-то, наверное, 8 тут есть в этой. Ну, вот теперь. 10. Дружно так мы взяли за это дело. О, руки-то какие. Ой-ой-ой. А там вниз чашки подтекает маленькие. Вот она. Капает. Вот отсюда вылазит. Вот этот вот вырывается. Тут какой-то болтик был, куда-то делся, нету. Еще не возьмешь, вот ребятишки что ли утаскивать. Да не, мы беспечные, вернее я, наверное, скорее всего. Пален. Прихорашивается. Раз, посмотрел на меня так. О! Так, это вот какая рябина. Вот, не потопаешь, не полопаешь. Это я собирал. И рябину собирал я. Там ни одной ягодки никто больше не набирал. И калину отбирал один. Мне это нравится, работы. Я никому не давал ее. Я вот так ложкой туда давлю. А там она намотается маленько. Тогда маленько назад. И опять вперед. Видать, там что-то накапливается, наматывается. Ну вот. Надо теперь из чашки куда-то еще уваливать. Вот был бы кто рядом-то тут, мы бы сейчас много отдали. Но никто не берет. Черноплодка, она очень полезна, а еще полезнее красная рябина. И вот... Поженить надо друг с другом. Начнешь, не хочешь, так кричишь горько. Она горько ужасно как. Калина. Настоящая красиво. Свадьба. Люблю это дело-то. Ух. Что-то туда вода не идет это. Сок-то. Ты бы знал, что сегодня будет есть, то сейчас бы крошек напускал. Она бы крошки протянула ее. Да. Вот ты отлетела. Мимо, мимо. О, это надо сейчас вручную вычерпать отсюда.
Тут косточек нету. А вы там отодвиньте. Там-то отодвиньте ее. А? Отодвиньте здесь-то. Здесь-то отодвиньте. Да она тут, считай, сама выпадывает. А эту калину-то что не берете? Игнат Тихонович, калину-то что не берете? Согласен. Черная, тебе не помешает тут наша? Давайте мне. О! Ага. Можно свой зернушкой. Вон она. Так. Ну, что-то, может, не так делаем. Что спрашивать? Мясорубка такая, слабенькая. Ну, теперь еще труднее. Я считаю, вычерпать надо, потому что там же все равно в чае ты есть. Тут кости никакие нет, что сплюнешь. Она эту не тянет жижу. Ого-го. Мало. Да и сбрызнула туда на половики. Красная калина. Она целебная. Целебная все горькая. Чеснок возьми, лук, корень хрена. Да. У нас брат Павел на квартире стоял, но во Фрунзе, баптисты. Они такие целомудренные. И говорит, хреном нельзя звать, только хрун называйте. Что-то подразумевали, что-то другое. А оно не виновато. Люди-то употребляют это слово. Не знают куда. Дорого стоит. У нас если есть там выбрать, там много будет. Ну что сказать? Надо большую мясорубку покупать. Это маленькая. А вот теперь она вот эту жижу сюда, а я ее перехвачу сейчас вот этой. Думаю, что это хорошо будет. Вот она какая. Теперь ложка. Ложка прям точно попадает по размеру. Размотала ее как. Она соскочит, упадет у меня. Хорошая. Мороженое. Она мороженая. Может быть, поэтому она мне не хочет выходить. Надо, Володя, банку какую-то. Вон сзади у вас ведро уже стоит. Все созрело до этого. Вон ведро сзади у вас стоит. Вон ведро. Ведро? Да. А надо в банке бы сразу. Ведро-то испачкаем, и да потом Ну, банки нету пока. Банки все на складе. Туда не идти надо. О, смотри. Такой же цвет, когда эту. Как это она же мелкая. Теперь туда сахару. У нас сахар-то еще есть? Есть. Ну вот. Говорят, или с медом. Ну, меда у нас нету. То есть, но я его берегу как лекарство.
Так, пасека своя бы была, можно на меду сделать. О! А что тут? Мы сколько ведер таких купили? Не помню. Ведер 6 есть, да? Да. Ох ты. Это надо чисто вымывать. Я все не валюсь. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.